Сегодня это уже пятое судно за очень короткое время, которое в полной готовности спускается по слипам в акваторию Онежского озера. И ваш коллектив завел авторитет не только в Республике Карелии, не только в Российской Федерации. Сегодня уже голландцы ведут активные переговоры о совместном сотрудничестве с вашим заводом. Это результат высочайшего профессионализма и выполнения всех взятых на себя обязательств. Вспомним июнь этого года, когда 9 мая началась сварка до углубительного судна, 6 июня он по слипам уже спустился в Онежское озеро. Таких трудовых подвигов и успехов вряд ли мы сегодня найдем на территории Российской Федерации. Поэтому я сегодня от всей души поздравляю с этим трудовым подвигом, с этой трудовой победой, которая в очередной раз была достигнута вашим коллективом. И заверяю вас, что правительство Республики Карелии никогда не было статистом, мы активно участвуем в поиске партнеров, в поиске новых инвесторов, и уверен, что не только голландцы, но и другие зарубежные инвесторы вполне возможно придут на столь динамично развивающиеся предприятия для того, чтобы размещать здесь заказы.